дальше получилось, что системы восстанавливались, но уже в третьем перце, в третьем раунде, называется перце смерти, уже непосредственно Матадор обязан прикончить этап, причем еще перегранизируем, что должно произойти это не позже, чем на 10-й минуте третьей перце. Еги V выпустил эдикт, запрещавший каида под страхом отлучения от церкви. Родитель назвал бой быков языческим ритуалом. Однако испанский король Филипп II добился отмены этого строгого запрета. И к популярности каида пришелся на конец 30-х годов прошлого века. Одновременно с этим, именно в 30-х годах начинается массовое движение за отмену кариды, потому что гуманисты выступали за кариду прекращения, как родители за стенами амфитеатра, стояли возмущенные горожане, которые стучали в кастрюли, гремели различными металлическими предметами, чтобы заглушить шум борьбы, тем самым отвлечь людей от этого занятия, связанного с убийством языков. Канарские острова стали первым испанским регионом, где запретили кариду. Это произошло в 1991 году. Спустя 20 лет этому примеру последовали власти Каталонии. Там последний бой быков состоялся 25 сентября 2011 года. В тот день на арене Монументаль в Барселоне собралось около 20 тысяч зрителей. Однако другие провинции Испании пока не спешат отменять кариду. Бои быков регулярно проходят в Мадриде, Севилье,